растерялся аж. Полетел на другое дерево, сел на ветку, она сломалась. И вот сейчас сел, изучает, смотрит меня. Хищник. Охотник. А я думал, кто здесь охотится постоянно. Я раньше здесь неоднократно находил перья растрепанные от добычи. Так вот, значит, кто здесь охотится. А я только что козла просаходил. Встать не смог. Когда он уже боком ко мне был, я начал вставать, он меня услышал или заметил. В общем, не успел я лук взять. Я взял лук, когда он уже в кусты ушел. Короче, лоханулся. Начал его звать Мангон. Он испугался и тарпанул.